опасность подстерегает нас там, где мы меньше всего ожидаем. Западная Литарнская степь зеленым ковром раскинулась по долинам Марона. Но эти прекрасные мирные пейзажи обманчивы. Бандитские лагеря расположились на вершинах скал, как птичьи гнезда. Оттуда бандиты совершают свои набеги. Сейчас они пытаются взять под контроль важнейший торговый маршрут. Бандиты ждут, когда в путь отправится следующий караван. Вскоре очередной купец отправится в дорогу, чтобы стать их очередной жертвой. Но на этот раз дело повернулось неожиданным образом. А, Дарио! Ой, добро пожаловать! Целую вечность тебя не видел. Слушай, нам нужна твоя помощь. Тут две семьи спорят за титул главного торгового лорда. Обе эти семьи отправляли из своих городов караваны с продовольствием и другими товарами в Алзарк. Ну, Алзарк, он находится на юго-востоке у границы. Все было хорошо, но караваны вдруг стали пропадать. Исчезают где-то по дороге без следа. И из Алзарка нет никаких вестей. Ходят слухи, что в степи появились бандиты и решили взять торговлю под контроль. Говорят, они уже и базы построили, да? Лорд Монтегю отправил своего сына Ромео выяснить, что на самом деле происходит. А лорд Капулет послал на разведку свою дочь, Джульетту. Но оба разведчика исчезли. Лорды рассорились и теперь во всем обвиняют друг друга. Вот надо с этим делом разобраться, друг мой. От этих распри всем не сладко. На юго-востоке есть небольшая долина. Можем построить там поселок и как следует подготовиться. Вот, это первая стоянка караванов. Давай построим новый колодец, чтобы караваны могли отдохнуть и подкрепиться. Это вторая стоянка. Здесь тоже нужен колодец. А вот, наконец, и третья стоянка. Еще один колодец, и все. Караванный путь снова заработает. Новое задание. Хорошо, сделаю. Нужно больше талеров. С удовольствием! День сбора налогов. Хорошо. Почему бы и нет? О, да. Хорошо. Хорошо. О, да. Ага. Готово, хозяин.
Шахтер начинает работу в одной из твоих шахт. В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. А, никто бы не справился лучше, а? Будет сделано. Хорошо. Пусть так, клянусь честью. Готово, хозяин. Ученый начинает исследование. В твоем государстве не хватает кроватей. Твои фермы не справляются. Да. Рабочие платят налоги. Крестьянин начал обеспечивать твое поселение едой. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Все, готово! Мне так это нравится. Хорошо сделаю. Все, готово. Хорошо. Ну, конечно же. Да, хорошо. Хорошо. Изучение новой технологии окончено. Нужно больше талер. Готово, хозяин. Считай, сделано. Конечно. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Твои рабочие платят налоги. Я устал, но мне даже поспать негде. За что, спрашивается, я плачу налоги? О, да! Все, как ты хотел. Если так нужно. Улучшение закончено. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои фермы не справляются. Готово. Готово! В твоем государстве не хватает кроватей. Все, как ты хотел.
Изучение новой технологии окончено. Налоги. Готово. Обжигальщик берется за свою работу. Вот так. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Отлично. Пусть так, клянусь честью. Почему бы и нет? Улучшение закончено. Готово. Готово, хозяин. Плотник начал работу. В твоем государстве не хватает кроватей, недостаточно еды. Больше глины. Почему бы и нет? Без проблем. День сбора налогов. Все, готово. Да, хорошо. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Тебя мало талеров. Я тут закончил. Можно отдохнуть? В твоем государстве не хватает кровати. Хорошо. С удовольствием. Тебе нужно больше глины. Конечно. С удовольствием. Все, как ты хотел. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои рабочие платят налоги. Твои фермы не справляются. О, да! Все, как ты хотел.
свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Мне так это нравится. Осторожно, тут ловушка! Осторожнее не подходите! Ладно. Хорошо. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Такая медина, конечно! Готово, хозяин. Без проблем. О, да! Хорошо. Твои рабочие платят налоги. Все, готово. Твои фермы не справляются. Да. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Все, готово. Считай, сделано. Разве тут не прекрасно? Я тут закончил. Можно отдохнуть? Считай, сделано. Улучшение произведено. Тебя мало, Талер. Налоги. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Да, хорошо. Готово, хозяин. Да, мне так это нравится. Налоги.
эти шакалы будут удивлены. Осторожнее с пушкой! Если ты так думаешь... Раздобудь побольше камней. Хорошо. Немедленно! Мне так это нравится. Закончил, можно отдохнуть. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Твои фермы не справляются. День сбора налогов. Все, готово. Считай, сделано. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Я тут закончил. Можно отдохнуть? И ученые изобрели новую технологию. Пусть так, клянусь честью. Открыта новая технология. Если так нужно. Готово! Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Твои фермы не справляются. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Есть новая технология. Все, как ты хотел. Да-да. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице.
Питание улучшено. Раздобудь побольше камней. Здание улучшено. Все, готово. Каменотес поступил к тебе на службу. Пришло время улучшить твою резиденцию. Хорошо. Налоги. Улучшение завершено. Ну вот. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Твои подданные открыли новую технологию. Улучшение закончено. Все, как ты хотел. Да. Твои ученые изобрели новую технологию. Нужно больше камней. Я тут закончил. Можно отдохнуть? У тебя недостаточно жилья, твое величество. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Нужно больше камней. Здание было улучшено. С удовольствием. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Улучшение завершено. Налоги. Царство за кровать, пускай даже и платную. А уж я-то знаю. Я устал, но мне даже поспать негде. За что, спрашивается, я плачу налоги? Улучшение произведено. Полцар. Как насчет того, чтобы потратить наши налоги на парочку ферм? Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Немедленно! Жизнь хороша. Улучшение произведено. День сбора налогов.
Никто бы не справился лучше, а? Осторожнее с пушкой! Все, как ты хотел. Без проблем. В твоем государстве не хватает кроватей. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Готово, хозяин. А уж я... Полц, не хочешь? Полц. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Мне так это нравится. Все, как ты хотел. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Улучшение произведено. Торговец начинает свою работу на рынке. Налоги. Твои фермы не справляются. Здание было улучшено. Все, как ты хотел. В твоем государстве не хватает кровати. А уж я тут... Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. А уж я тут... Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. Если так нужно. Да? Враги напали на героя! Да. Ваше желание и закон. Ваше желание и закон. Ваше желание и закон. Улучшение произведено. Осторожнее с пушкой! Пусто! Лекая медина, конечно! Здание улучшено. Как пожелаешь. Я сделаю все, не сомневайтесь. Враги напали на героя. Хорошо. У меня беда. На помощь! Не волнуйся, я знаю, что делаю. Эй, не отходи, чтобы я мог излечить тебя. Налоги. За честь и славу. Все, как ты хотел. Улучшение завершено. Все, как ты хотел. Хорошо. С удовольствием! Конечно!
Если так нужно. Хорошо. Лекая медина, конечно. Отлично. Я уже в пути. Хорошо сделаю. Здание улучшено. Сделка была заключена. Все, как ты хотел. Хорошо. Улучшение закончено. Налоги. Все, готово. Здание улучшено. Отличное место для работы. Отличное место. Жизнь хороша. Отличное место для работы. Пожалуй, я здесь останусь. Хорошо. Улучшение завершено. Вот так. Готово, хозяин. Осторожнее с пушкой. Ну вот. Я позабочусь об этом, о халиф. Твои ученые изобрели новую технологию. Улучшение завершено. Тебе не хватает железа. Хорошо. Маловато железа. Твои рабочие платят налоги. Готово! Я к такому сейчас не готов. Да. Завершим рукопожатие. Мне так это нравится. Если так нужно. Все, как ты хотел. Алхимик берется за работу. Конечно. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Твои фермы не справляются. Я голодал, но мест на фермах нету. Да, хорошо. Налоги. Я голодал, но мест на фермах нету. Улучшение закончено.
Я голодал, но мест на фермах нету. Открыта новая технология. Недостаточно еды. Готово! С удовольствием! Улучшение закончено. Улучшение завершено. Да-да. Здание было улучшено. Хорошо. Улучшение произведено. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Твои фермы не справляются. Да, хорошо. Улучшение произведено. Все, готово. Завершим рукопожатие. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Я устал. А уж я-то знаю, что делать в теплой кровати. Изучение новой технологии окончено. Исследования завершены. Осторожно, тут ловушка. Улучшение завершено. Исследования завершены. Улучшение закончено. Удовольствие. Ну вот. Улучшение завершено. Налоги. И тогда мы надули старого жулика, и он... Слушай, хозяин. С удовольствием. Хорошо. Мне так это нравится. Хорошо. Улучшение закончено. Мне так это нравится. Оформлено. Твои подданные открыли новую технологию. Без проблем. Все, готово!
удовольствием. С большим удовольствием. Да. Конечно. Да. Уже иду. Эврика. Естественно. День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Немедленно! Конечно. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Инженер приступил к работе. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Все фермы заняты, а некоторым поселенцам нечего есть. Улучшение закончено. Ну, конечно же. Дело сделано. Да, хорошо сделаю. Уже иду. Уже иду. Ага. Конечно. Готово, хозяин. Хорошо сделаю. Уже иду. С большим удовольствием. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Осторожно. Сейчас тут будет большой бум. Хорошо сделаю. Уже иду. Да, мне это нравится. Естественно. С большим удовольствием. Уже иду. Да. Конечно. Мне это нравится. Почему бы и нет? День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Я устал, но мне даже поспать негде. За что, спрашивается, я плачу налоги? Уже иду. Хорошо сделаю. Я знаю, что делаю. Ага. Хорошо сделаю. Улучшение завершено. Естественно. Ага. Да. Естественно. Естественно. Здание улучшено. Уже иду. Конечно. С большим удовольствием. Мне это нравится. Да. Уже иду. Почему бы и нет? Твои рабочие платят налоги.
Конечно. Все, готово. Да. Фермы не справляются. Здание улучшено. Бей их! В атаку! Готово, хозяин. Враги штурмуют твои здания. Они под моей защитой. Естественно. Друзья, ко мне! День сбора налогов. Улучшение произведено. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Будет громко. Улучшение закончено. Будет немного шумно. Рабочий в опасности. Да. Вы так просто не уйдете, жалкие псы! Я тут закончил. Можно отдохнуть? У тебя недостаточно жилья, твое величество. Враги напали на героя! День платить по счетам. Налоги и жалования выплачены. Здание улучшено. Произведено. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Недостаточно еды. Готово, хозяин. Если так нужно. Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Мне так это нравится.
Готово, хозяин. Если так нужно. Скоро мы прорвемся туда. Улучшение произведено. В твоем государстве не хватает... Полцарства за кровать, пускай даже и платную. День платить по счетам, налоги и жалования выплачены. Готово! Кузнец берется за работу. Улучшение завершено. Строй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Да. Мекка и Медина, конечно! Да. Как скажешь. Естественно. Да, хорошо. Я сделаю все, не сомневайтесь. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Кое-кому из твоих поселенцев негде спать. Построй больше ферм, чтобы прокормить всех поселенцев. Улучшение закончено. Все, готово. Свободного жилья нет, а некоторые поселенцы все еще на улице. Твои фермы не справляются. Здание было улучшено. Я тут закончил. Можно отдохнуть? Изучение новой технологии окончено. День сбора налогов. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Все, готово. С удовольствием. Было лучше. Не хочешь заняться кроватями? Мне спать негде. У тебя недостаточно жилья, твое величество. Все, как ты хотел. Здание улучшено. Осторожно, тут ловушка! Осторожнее с пушкой! Да? Ага. Исследования завершены. Маловато железа. Тебе не хватает железа. День сбора налогов.
тут закончил. Можно отдохнуть? Здание улучшено. Сделка заключена. Улучшение произведено.